И вот пока последнее, то, чему хотел бы я вас научить. Это рассылка сообщений. Вот эта вкладка у нас, третья по счету сверху. И показываю теперь, как пользоваться всем этим. Для начала нам нужно получить список групп, которые у нас есть. Помните, я делал группу, в нее добавлял несколько контактов, группа 1, 2, 3. Тут специально несколько контактов, чтобы не показывать вам долго, как работает рассылка. И просто я напишу сообщение здесь, рядом в большом окне. Здравствуйте. Хорошего вам дня. И посмотрим, как это работает. Смотрите, здесь есть много критериев разных. Можно отправлять пользователям онлайн, можно отправлять тем, кто подтвердил контакт, можно отправлять серым пользователям, тем, кто не подтвердил контакт, можно всем без исключения, можно поздравить с днем рождения тех пользователей, у кого день рождения. Программа сама выберет этих людей. Здесь мы ставим интервал. Я также поставлю, к примеру, 17 и 35. И выберу отправлять всем без исключения. В этой группе у меня всего несколько человек. И нажму кнопку «Начать рассылку». Сообщения пошли. Теперь я открою Skype. И вот смотрите. Татьяне отправилось сообщение. Здравствуйте, хорошего вам дня. Вот я до этого отправлял ей сообщения, они все доходят. Это сейчас крутится, потому что она отошла, видимо, от компьютера. Первое сообщение. И у нас тут интервал стоит не маленький. Можно ставить чуть меньше, там 15-30, но еще меньше 15 и 30 не нужно ставить, чтобы ваш скайп не заблокировали. Пусть скайп думает, что работает живой человек с ним. Я сейчас поставлю буквально на минуту на паузу и продолжим, когда рассылка закончится. Итак, рассылка сообщений у нас закончилась. Программа поздравляет нас с успешной рассылкой. Переходим в Skype, проверяем. Вот. Раз, два, три. В общем, всем людям, кого я добавил в списках, всем им пришла рассылка наша. С рассылкой по контактам разобрались. И теперь у нас еще осталось рассылка по чатам. Нажимаем получить список чатов. Займет это какое-то время, там до полуминуты, я думаю. Оставим это же сообщение. И сейчас сделаем рассылку по чатам, в которых мы состоим. Так, я приостановлю, пока чаты подгрузятся. Можно было не останавливать. Я только остановил, и они сразу подгрузились. Вот наши чаты. Здесь их нужно выбирать вот так вот галочками вручную. Выбираем. Интервал оставлю такой, какой есть, 10-20. И нажму начать рассылку. И у нас пойдет рассылка по чатам. Я также остановлю, пока рассылка закончится. И продолжим. Покажу вам, как она отработала. Рассылка по чатам у нас закончена. Остальные чаты, видимо, закрыты. Модераторы их закрыли. Вот по трем чатам пока отправила сообщение. Ну, в общем, все вот так вот хорошо и отлично работает. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока.